Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шеремен, конечно же, леди Леска. Всем привет! И Нубик-Кубик. Привет-привет, друзья! Добро пожаловать в рубрику «Повезло-не повезло» в Майнкрафте, где мы должны обороняться от огромного количества зомби. Но кому сегодня повезет, а кому нет, мы уже узнаем буквально через одну минуту. Дело в том, что кому-то из нас сегодня достанется либо замок Нуба, который полностью состоит из земли и в нем будет действительно тяжело выживать, либо замок Профессионала, который состоит из алмазов, в нем будет выживать намного легче, либо же сооружение Читера, полностью из бедрока, и в нем, мне кажется, будет противостоять зомби просто на изи. В общем, ты сегодня все сам поймешь, а пока что не ленись и прямо сейчас поставь лайк под этим роликом, потому что каждый лайк — это минус один зомби, а зомби сегодня будет действительно очень много. И прямо сейчас, кстати, пиши в комментариях, во сколько ты смотришь этот ролик, посмотри, сколько у тебя времени, будет интересно почитать. Ну а кто из вас еще не подписан на канал, просто жмите на красную кнопку подписаться, чтобы потом отсюда ничего не пропускать, и делайте то же самое на канале Лески и Нубика. Но мы погнали тянуть жребий. Погнали. Я нажимаю сегодня я первый. Второй. Я декларирую то, что я хочу, чтобы мне выпал, короче, Нубик, потому что на Нубе очень по хардкору будет мне. Вот, давайте погнали. Так, и момент истины, друзья, давайте посмотрим. Нуба, база Нуба, прикиньте, я хотел, она выпала. Как это работает? Это ментальная связь, короче. Я хочу читера. Да ладно, я, Леска. Значит, про. Про. Давай, возьму, она такой про то, что вон прям вообще, не знаю. Так, все. Значит так, берем ровно три оружия я сегодня можно. Так, про. Друзья, так как я сегодня нахожусь на Нубе, я, естественно, миниганчик забираю себе. Вот, и бензопилу. Нормально, вы там грабите. Вы бензопилу я тоже себе забираю, знаете ли. У меня вообще земляная броня сейчас будет. Вы о чем? О чем себе вы говорите? Так, я уверен, ладно, то, что. Бери, бери, да, бери, ладно. Я уверен, то, что мне даже не потребуется двери брать, так что я двери все оставлю. Так, друзья, давайте сейчас все это быстро наденем. Посмотрим, как я буду смотреться в земляной. Слушайте, а прикольный цвет, на самом деле, земляной брони. Так, а я буду вот такая, мне нравится, мне нравится. Вот земляная бронька, это круто. Так, раз, два, три, инструменты взяли. Листик можно, наверное, пока что положить вот сюда. Так, все, красивенькие. Давайте, короче, собираться. Все забрали, бензопилу забрали. А все. Все, кто успел, тот взял, как бы надо было раньше думать. Так, вот именно. Нубик, а что эти лазерки тоже забрали? Броньку из бедрока нацепил на себя, Нубик. Ты, конечно, да. Подождите, пожалуйста, я уже выберу. Так, Леска, давай, все, короче, три оружия все взяли уже. Слушайте, у меня опять какие-то пуколки дурацкие попали. Так, Нубик, ты что, тоже оружие не взял, что ли, еще? Я беру все. Так, то, Леска, давай, бери, короче, все, что осталось. Так, что тут нормально? Берем ночное зрение. Так, я пока что перемещаюсь. Так, я и у меня, друзья, посмотрите, на чем я сегодня буду переживать две волны зомби. Как на этом мне можно выжить? Леска, посмотри, как на это можно выжить? Это что за столб? Что там у тебя? Это что, столб какой-то, чего? Смотри. Завидуйте, завидуйте. Я знаю то, что вы хотите. Ну, это ж мечта твоя. Короче, на счет три. Три минуты пошли, давай, мы начинаем строить. Раз, два, три, три минуты, запустились. Ура! Ай, так, и что мне можно здесь придумать такого интересного? Есть у меня один план. На самом деле, с другой стороны, маленькая база — это круче. Знаете почему? Потому что не надо, как бы, я могу ее полностью, я могу ее полностью колючей проволокой обмотать. И составить даже несколько, близко, да? Несколько рядов, так скажем, обороны сделать, и плюсы, зомби точно не подойдут. Плюсы везде есть! Плюсы, плюсы, да, есть везде, но то, что с нами Нубик, это большущий минус. Так что все, так, я пока здесь лаву разолью, здесь рану. Как жалко, что мало было у меня колючей проволоки. Вот здесь сколько у тебя колючей проволоки? Так, у нас, по сути, у нас количество одинаковое. У нас количество одинаковое. Так, 16. Я возле дверей тоже здесь поставлю, прям вот, я прям дверь полностью колючей проволокой намотаю, прям полностью. Так, пускай побольше ее будет действительно. Так, и две колючие проволоки сюда, и у меня еще остались вентиляторы и шипы. Так, чуть больше минуты уже прошло. Так, это так, сюда, копай, это значит... сюда. Ты даже там копаешь что-то? Да. Я даже да, на этот раз, пустить, я на этот раз не буду никакие там обманочки использовать, я, короче, все так и оставлю, как оно есть. Так, я вентилятор хотел, я поставлю, друзья, с этой стороны, и вентилятор вот с этой стороны. Ну и, в принципе-то, все, а что тут еще строить-то, что? Ну, не добавить, не отбавить, как бы, а что тут еще? У тебя есть!
Плюсы у меня есть, я согласен. У меня, мне нравится моя база и то, что у меня выпал читер. Нуб, потому что мне кажется, то, что мы все с вами, так скажем, на уровне находимся каком-то, не знаю, вот. То, что если бы Лески выпал читер, вернее, нуб, то Лески был бы намного-намного тяжелее. Так, у нее алмазная бронька есть там. Так, друзья, давайте пока что побегаем. Времени еще минута 10 осталось. Вот, я пока посмотрю, что там у нуба за... Слушай, какая у тебя база? Это что вообще за пушка здесь такая? Ну, у тебя вообще мощная, кстати, она. У тебя вообще база из бедрока, ты... У тебя даже бункер тут есть, что? У тебя даже на первом этаже можно встать. Мне кажется, ну, тебе можно стреляться здесь. Мне повезло, офигеть, тебе очень повезло. Так, Леска, что у тебя? Так, Леска очень грамотно распорядилась этим, получается, защитой, у нее прям реально не подойти. У меня лава, смотри, сейчас она вот так вот растечется. Так, что-то ты как-то ее поставила. Так, до туда, мне кажется, она, конечно, у тебя не дотечет. Но она не пойдет. Так, 35 секунд осталось. Ну, Леска, тебе нужно успеть за 35 секунд. Нубик, давай тоже успевай, скорее всего. Как классно, я уже закончил самый. Это как самый первый, когда контрольную работу написал, но ты не идешь ее сдавать, а ждешь, пока кто-нибудь другой первый за тебя тетрадку положит, а ты потом только кладешь. Вот. Да. И потом только двойку получаешь. У меня так в школе было всегда, короче. Так, нубик строит, 15 секунд. Леска, 15 секунд, если что. Так, Леска, ты сможешь взять ведро лавы. Она смогла, друзья. 8, 5, 7, короче, 5 секунд примерно остается. И начинается первая из двух волн зомби. Отлично. Стоп, все, остановились, никто больше ничего не строит. Значит так, займите свои позиции, потому что первая волна зомби прямо сейчас уже надвигается. Первая волна зомби уже прямо на горизонте. Друзья, полетели! Это будет очень интересно. Что? Так, у тебя они у тебя... Серьезно, у тебя на базу прям зашли? Я просто... Я отсюда, к сожалению, друзья, не наблюдаю, что происходит у Нубика, но по его словам, Нубик, там а происходит что-то неистовое. Давайте. Там происходит что-то... Так, принципе, у меня уже все, меня облепили тут уже, друзья, смотрите, я уже... Так, главное инженеров валить, потому что инженеры начинают... Смотрите, инженеры что сделали? Они мне, короче, заткнули лаву, тебе. И они сделали маленький мостик. Через который теперь другие зомби могут перебираться. Я согласен, они очень умные на самом деле. Это правда. Так, я продолжаю вести огонь. Так, огонь всех. Нет, куда они лестницу ставят? Сейчас еще по лестницам, чтобы у меня тут зомби залезали. Так, инженеры, уходите отсюда. Я не хочу, чтобы вы тут меня атаковали. Так, сзади кто есть? Так, сзади никого нет. Кстати, помните то, что у нас... Стоп, реально гранаты нет. Ёлки-палки, мы что будем с вами делать? Я тоже думал то, что на самом деле бонуса что-то никакого и не попалось. Так, сейчас так, ладно, придется как-то так их всех валить. Шеди тебя облепили. В принципе, неплохо, ладно. Могло быть и хуже на самом деле. Я думал то, что у меня прям хуже будет обстоять дела, но... Хотя нет, слушайте, так, меня начинают... Иголки, так, по кругу, друзья. А у меня колючая проволока работает. Колючая проволока работает, так что на расслабоне, на чили я пока что... Слушайте, а у меня вот этим электро... Тесла райфл, я что-то вообще Tesla... не вижу, что эффект есть. Так, не видишь? Так, а я, кстати, вот такую штуку взял. Так, друзья, давайте посмотрим, как она работает. Так, ну, а что-то как-то... Она работает вообще или нет, смотрите. Такое чувство, как будто зомбакам вообще пофигу, когда из этой штуки стреляю. Слушайте, ну, стреляю. Меня в этом плане, конечно, было бы что-то мощнее, какая-то, ну, ладно, странная штука. Что-то так, или, давай, или давай, нет, стоп, давай, друзья, давай, смотрите. Давай. Так, или вроде валится... Не, валится, валится зомби. Нубик, ты как там живешь? Я отсюда, отсюда реально зомби не вижу даже у Нубика. Так, нате вам, Нубик, живи, я живи, слышу, живи. Что трудом, это всего. Все, первая волна у меня закончилась уже. У меня уже первая волна закончилась, идти, мне осталось только добить всех. Пока что все достаточно простенько идет. Они что-то как-то распределились, гуляют, как будто. Они некоторые вообще куда-то вдаль уходят, но это не заманивают так, что ты спустилась, короче, и просто они тебя завалили после этого. Туда, что там у тебя, Нубик, происходит? Так, я пока каждого как-то поодиночке пытаюсь добить. Кстати, могу... А, хотя нет, не получится. Маленькое окошечко хотел сделать, чтобы оттуда палить. Слушайте, а у меня как-то очень быстро, на самом деле, заканчиваются зомби. Прям очень-очень быстро. Так, на тебе толпень целая слева идет. Так, одиночные стаи. У меня как-то они по-одиночному тоже как-то стоят, непонятно. Так, вот она вся толпень сюда ко мне идет. Сюда! Так, пошел отсюда, зомби. Так, я попробую вниз спуститься, короче, прям к дверям. Посмотрю, что будет, так, если я здесь встану. Друзья, они у меня так, тут это, надо лезть, буду... сломать, срочно. Так, буду, так, друзья, так, зомби так, вот так быстрее прям заманивать. Так, давайте, да, колючие проволоки, подходите. Можно. Так, есть ловушка, сработала, друзья. Смотрите, как ловушка отлично работает, а не просто наступать в колючую проволоку. Мне это безумно нравится. Так, здесь... Так, так, слева, справа. Да что добили. Ты? Так, здесь готово. Так, как у вас дела? Как у вас дела? Так, дела, вы справляетесь?
Так, более-менее. Я справляюсь, у меня все на чиле. У меня перезарядка. Так, у меня тоже. У меня тоже все шикарно. Я уже остатки добиваю. Я не знаю, можно ли было так делать. Слушайте, друзья, я им тут заблокировала вход. Готово, заблокировала вход. Так, слушайте, ну, все, я, получается, что сказать. Я справился, у меня ни одного зомби не осталось на моей территории. Я справился. Ой, слушайте, Леска Нубик, у вас там еще, конечно... Ой-ой-ой, Леска, у тебя же замок-то сломали с правой части, они у тебя уже лезут наверх прямо. Лезут, держись, да, давай. Убрала. Друзья, смотрите, как... Ай, откуда у меня зомби? У меня зомби откуда появился? Вы что, откуда он у меня здесь? Может быть, что за подстава? Не-не, не может быть, стекла целые пока что. Капец, ну и подстава. Сейчас бы мне еще... У меня лестница вроде бы там сломана, там я стоят. Тут забаррикадировалась. Да, они там стоят за стеклами. Слушай, я тут выживаю. Странно, конечно, просто. Странно все это дело. В общем, короче, друзья, выживут Нубик или нет, мы уже узнаем совсем скоро, а я пока что пойду к себе, потому что вторая волна уже тоже на подходе, так что зомби сейчас станет еще больше. Давайте быстрее. Начало второй волны объявлено открытым. Так, что у нас там? Слушайте! А что, Леска, а у тебя это... какие-то... Что за я эти какие-то тараканы у тебя там вообще? Зеленые бегают? Смотрите, это друзья. Же а слушайте, у меня тоже есть, у меня тоже такие есть. На самом реально, деле они очень противные, когда вы спуститесь вниз. Они прям напрыгивают на вас. Быстрее, они, да? Они вообще... Они пауков напоминают, они неприятные. Из-за этого они противные. Они реально очень... Не... Да, кстати, реально они напоминают каких-то пауков, тараканов. Ну и да, у них ножки я их терпеть такие, не могу там. Вообще. Так что лучше не подпускайте эти бошки, короче, к себе близко. Знаете что? Так, а я пока что... Ой-ой-ой, сколько же их тут много идет. Так, головешки и головешки. Слушай, это как горошинки по полю раскидывают. Так, и что, Нубик? Много-много. Я вижу то, что ко мне вылазит большой такой жукан. Ну, Нубик, у тебя... И что, все, конец истории получается? К Нубику что-то жуканы какие-то вылазят там. Он еще на крылышках был, летал. Так, ладно, короче, давай продолжаем стрелять, потому что у меня что-то как-то это тут. Так, у Лески прям реально какой-то огород, самый настоящий какой-то горох, короче, по полю разбросали, как будто бы. Ну хорошо, что они так, давай, 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 начи, зомби, получать его туда, направо, слушай, налево, а всех. Так, ой, слушайте, а что-то у меня как-то прям очень быстро, я уже практически справился, у меня тут буквально головы остались одиночные, и получается зомбари просто. Нет, а они взрываются, кстати. Они даже взрываются, в смысле взрываются? Они у меня не взрываются. Так, они здесь чисто, здесь чисто. Странно. Так, я очень боюсь спускаться вниз, потому что они кажется, то, что они... Дают. Как будто бы они слабенькие, на самом деле, мне кажется, они нифига не слабенькие будут. Так, перезаряжаем миниган. Так, вот они эти головешки. Так, ну под конец я все равно попробую, наверное, спрыгнуть. Посмотрю, что получится из этого. Да, чуть-чуть подожди. Пока что вот этих зомбарей, друзья, давайте добьем этих ходячих. Так. Так ну чё, так, этого добил? Так, все, я спускаюсь Нубик, вниз. Посмотри, видишь, я где спускаюсь вниз. Ты, значит, ты в них попадаешь, и они сгорают. Так, друзья, заходим. Так, давайте посмотрим, что с этими головешками будет. Так, я беру бензопилу. Так, меня атакуют. Так, все, я с бензопилой сейчас пойду, просто всех остальных сейчас добью тогда. Так, давайте головешки сюда, сюда. Так, на тебе. Мне вот интересно, нам тоже сейчас слезут. На тебе. Немножечко на тебе. Слушайте, у меня подстрелю? Неплохо получается, смотрите. Так, вот сюда, смотри, я Леска. Вижу, слушайте. Реально, кстати, можно бензопилы... А, у вас же бензопилы нет, вот в чем минус-то только. Так, если бы у вас бензопила была бы, вы бы как урожай просто собрали бы здесь и все. Так, используем так, аптечку на всякий случай. Быстрее. Так, опа, убрали. Так, еще одна головешка. Не в них реально... Ты понимаешь, чем проблема? Их не видно. Их не а видно, они как курочка такая, бегает среди травы, в которую невозможно попасть. Ой. Так, да что ты делал-то будешь? Какой... Давай сюда, я, кстати, тоже... Ловкий зомбак Нубик, какой-то есть... попался а, мне. Так, все, этот готов тоже у меня. Так. Так, что еще? Слушайте, все, я справился на все 100% сегодня. Так, сейчас, погоди, я там пройду. Железку тебе. Ой, смотри, что головешки по стеклам бегают. Леска, смотри, что происходит да здесь. Ладно, да. Ой, вот, 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 вот здесь, да, да, они как пауки лазят, прикинь. Это как? Я не знаю, ну, я без это понятия. Пауки-джамперы. Леска, они с этой стороны у тебя тут носятся прям по всей программе, смотри. Я сейчас их, подожди, перестреляю чуть-чуть. Давай, отправлю. Давай, они все ко мне идут, смотри, они меня через стекла все, видят все, почему-то. Подожди, подожди. А почему? Друзья, почему? Как же это... А сейчас ты точно, ай! Так, заденька, ай! Ну, спасибо тебе большое. Смысле, что, друзья, а меня замочило, а в принципе, Леска. Это классическая история, такое постоянно случается. Так было, что, друзья, вот такая история. Вот Леск всегда валит своих, получается. Так, что там да, у нас у Нубика происходит? Там. Так, у Нубика нет, головешки все еще летают. Я тебя спасла, так, между прочим. Ой, Нубик, слушай, я смотрю, у тебя какой-то там самострой появился на твоей базе. Ты чуть такой там столбы какие-то выросли непонятно. Что-то... А где ты есть-то вообще? Тебя что, завалили, что ли? Нет, я убегаю. Все,
Убегает он. Слушай, несмотря на то, что сегодня Нубику попалась база читера, мне кажется, он справился хуже из нас, хуже всех, короче. Леска, у тебя головешка еще? Нубик, все, давай, выбегай к Леске, короче, быстрее. А где ты есть? Там мы тебя даже не видим нигде. Леска, где он? Давай сюда скорее, заходи, заходи, заходи за стекло, заходи. Закрывай, закрывай. Леска, заходи, давай, быстрее забегай. Че стоишь? Дайте зайти, давай. Зайди ты уже. Что ты делаешь-то? Нубик, закрой ты эту дверь вонючую. Все, хватит. Сейчас Леска через стекло стрелять опять будет, короче. Капец, конечно. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Думайте сами, решайте сами, кому сегодня повезло. Кому сегодня жестко фартануло, любимое слово Нубика, кому сегодня не фартануло, наоборот. Вот, пишите в комментариях. Но на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Дальше будет только интереснее. Всем пока-пока. Эй, пока-пока, друзья. Всем пока-пока.